Йоу, друзья, всем привет, с вами Андрей Беттер, и мы играем в симулятор самоубийцы. Да, самоубийцы, вы не ослышали, не ослышались, да. Мы будем себя убивать, короче. Вот, такие игры я играю в первый раз, поэтому давайте сразу начнем. Так, у нас дядька такой пухлый, он засыпает, друзья, смотри. Ты смотри, вот. Так, его плющит. Он засыпает, и мы видим, что... Итак, мы продолжаем. Бля, какой диван охуенный, смотри. Давай его скинем. Давай. А получится? Блядь, ебать ты жирный, брата. Так. Я не знаю, что она делает, но... Он, блядь, пытается его включить, а он, сука, сломанный, блядь. Что за хуйня? Бля, ну ты жирный. Ладно. Смотрим дальше, что у нас тут есть. Это, наверное, он, да? Его портрет его, что, наверное. Скорее всего, блядь, да? Тут у нас есть дверка. Она, блядь, не открывается почему-то. Пусть знает. Ладно. Наверное, так и должно быть. Так. Блядь. Смотри. Ты смотри на него, блядь, он как он охуевает. У нас есть радио. Мы включаем радио, блядь, оно не работает, нихуя, хуй с ним прыгаем! Короче, мы в этой игре должны себя убить, друзья. Да, ты смотри, как мы себя убьем. Мы, короче, спрыгнем нахуй вот на ту крышу. Давай. Блядь, ну пиздец. Блядь! Готов нахуй. Блядь. Так, мы проснулись. Мы проснулись, мы смотрим телек. Он просто в ахуе. Он берет пивас. Он, блядь, пьет ебаный пивас, блядь. Он, блядь, весь грязный, он пьет пивас, блядь. Бля, ребят, не делайте так никогда. Никогда так не делал. Бля, еще я трешку сделал. И мы опять засыпаем, походу. Да, мы опять засыпаем. И смотрим дальше, что у нас тут-то будет. Давай. Мы опять заснули. Мы во сне. Вау! Нихуя, ты че шеф-повар, братан? Ладно. Как тут дергается, блядь? Варнинг. Опасность. Блядь, ему плохо. Опасность. То, что пивас падает, блядь, это опасность. Охуеть можно. Так. Че это такое? Бля, игрушка такая, ребят. Просто она... Я посмотрел ее, увидел и вообще решил, надо в нее поиграть, записать и... Давайте начнем с первой. To enter the level. Нажмите для уровня. Ну, типа такого, да? Куда нажимать? А, вот. Левая кнопка мыши. Пошли. Поехали. Так, мы в поезде. Я так понимаю, да? Вырубим нахуй. Так. Где-то лампочка. Мы находимся в поезде. Мы летим на... Мы едем, наверное, в Сочи. Да? Отдыхать. Так. Так, активация. На левую кнопку мыши. Ну, давай. Нихуя, мы на поезде, блядь, смотри. То бишь, я сейчас могу, как, блядь, в клипе тату, нахуй, разогнаться, блядь. И орать, нас не догонят. Погнали, блядь, нас не догонят. А как мы убьемся, друзья? Блядь, прыгай, ёбаный, блядь. Давай просто спрыгнем на какой-нибудь, блядь, стол, давай. Хуя, блядь. И чё? А чё не умер-то? Поезд, хуярь на поезд, давай, блядь, давай, он... Нас, блядь, просто убил поезд, блядь. Так, это мы проходили. Давай вторую часть. Сука, нас просто сбил поезд, блядь. А, то есть он... Брать можно. Блять, выруби его нахуй, братан. Какого выруби? Ладно, пошли. Погнали. Это ящик какой-то у нас, да? Получается. Ага, я его могу искать, давай. Куда откатился, братан? Ты куда
Игрушка, блядь. Просто лучшая. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше, изучаем. Так, пятая шутка у нас. Пятая недоступна чудо. Так, о, у нас есть бургер, друзья, смотри. Бля, он нас сожрал, что ли? Я так убил. Так, что можно тут еще съесть? Так, смотрим. Коктейльчик ебани, блядь, закуси, сука, худок, смотри. Бля, бир падает, это опасность. Пиво падает, это опасность, друзья, да. Значит, смотри, у нас есть столы здесь, мы в ресторане. У нас есть еще третья активация, и больше вроде бы нет, да? Я что-то поискал, вроде бы нет у нас, да? Оу, блядь. Он смотрит на свое животное, хуевает, смотри. Просто хуевает, блядь. Как до такой жизни ты мог, блядь, жить, короче. Ладно. Смотрим дальше. Что у нас тут? Блять, я чё, в космосе? Нихуя. Чё это? Хуйня! Я нас много нужно. Что делать-то надо? А? Смотри, то бишь, у нас есть два рычага и какая-то ёбаная. Как бы нам на космическом корабле, блядь, самоубийца. Так, тут я вижу ящик. Смотрим дальше. Тут я вижу еще один ящик. Врубаю нахуй. Нам нужна мушка. Так. Там еще один ящик. Блядь, ну давай. Что я ничего не понимаю, короче, пока что. Ну ладно. Смотри. Там еще один ящик. Тарабань его, блядь, пиздец, он просто. Он, блядь, взлетел. И чё? Что за хуйня, блядь? Что делать-то здесь? А, нам, наверное, надо вот эту хуйню запустить, короче, да, как-то? Сейчас тут завахнали. Прыгай, блядь! Давай нахуй свой. Ладно, тащи сюда, блядь. Чё, всё? Как нам вернуться, блядь? Вахау. Вахау, блядь. Это пиздец творится, блядь. Короче, хуй знает, как нам... А, во! Тут какая-то кнопка есть.
Короче, друзья, нам надо было, блядь, просто поставить друг их на дружку. Подняться наверх. Все. Включили какой-то генератор. Да. Наверное, это нам поможет, блядь, убиться. Вот, поэтому мы идем обратно. Так, смотрим, что у нас вот в этой двери. Потому что там-то мы... Блядь, там-то мы были, блядь. Это Антон Мердефорте. Пиздец, так. Что, блядь, происходит? А, вот кнопка. Нажимаем. Как нам можно здесь убиться? Я так до сих пор не понимаю, как нам здесь убиваться. О! Эта дверь у нас открывается. Если что, не включается. Забрались статуэтку и все. То есть зелененький горит. Ага. О, нам планету надо, наверное, хуярить. Я. Temperature over 3000 degrees. Что? Мы самоубились? Это классно. Бутер, шоколад, милк, молоко, бутерброд, шоколадка. Всякая была. Блин, какие клеточки. Какие кексики, точнее. Какие... О, так. Давай пожрём. Бургеры. Жрём бургеры, блядь. Всё пожрём нахрен. Никому не оставим ничего. Так. О. Ну, в общем, я так понимаю, это все. У нас... А, у нас еще одна доступна. Давай смотреть. Давай смотреть. А нас опять не выключаем. Что, блядь, за блядь? Что за, блядь, египетно? Хуя! Так, что нам здесь делать? Я не понимаю. Пока что я не понимаю. Ладно, будем искать. Будем искать, но будем убить.
Отсюда. Отсюда. Все, у нас рогатка есть, короче, пацаны. Ага, блядь. Я не понял, что за хуйня. Золотой ключик надо забивать, что ли? Хуяк! Хуярь его, блядь! На-на. Так. Мы сбили золотой ключик. А здесь что там нам? А здесь как нам надо? И интересуемся. Я, правда, не понимаю, что нам здесь надо сделать, но... И... А, дав... а, золотой ключик, блядь. Понял, понял. Давай. Бля, это какой-то ковбой. Бля, пиздец. Ладно, мы в Египте, это какой-то ковбой, да? То есть вот так вот. Рогаточка нам еще понадобится. Нам, наверное, понадобится золотой ключик. А, старый добрый, блядь. Я так понимаю, надо. О! Давай, братан, блядь, попрыгни, ты ёбаный в рот. В общем, вот. С горем пополам это мне пришлось сделать, потому что он ни хрена не прыгал. Блядь, что? Что за пиздец? Мне что, надо брать этот камень? А как я? Чем вы мне прикажете его стопить? А вот камушек. Вижу. Поднимайся. Давай. Давай. Опять прыгать, пацаны. Опять прыгать. Посмотри. Тут всю игру надо прыгать, блядь. Прыгать, бегать и улыбаться. Когда мы уже убьемся, блядь. С ним давай. Мы упали, наши лодочки сломали. Ладушки просто были бабушки. Так, ладно, поделись с вами. Прыгай. Давай пробовать прыгать. Да, он летает, для пацаны. Он летает просто. Оп. Стоять.
перепрыгнули мы, короче, эту хрень. А, мы тянемся. Ладно, давай. О, все, получилось. Получилось. И нам надо вот сюда, да? Так, забирай. Блядь, нет, нахуй, не хочу умирать, не хочу умирать, блядь. Блядь, просто пронзило нас шипами. Вот так вот, друзья. Я думаю, на этом хватит. Останавливаем мы эту серию. Если хотите больше роликов всяких симуляторов, вы знаете, что делать. Ставить лайк под видео и скушать бургер. Да. Как сделать это? Пиво не пейте. Все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А я вам желаю... Нет, я вообще вот такой живу. Бургеры надо в меру. Пока, друзья. Всем пока.